Итак, всем привет! С вами снова Настя Анимеш, Easy Paint Tools Eye и мой любимый планшет Genial Japan 560. Я продолжаю рисовать фанарты на своих любимых героев из аниме. На этот раз я решила изобразить Минэне Урю из аниме «Дневник будущего». Минэне у нас 9-я обладательница дневника будущего. Ее дневник называется «Дневник беглянки», и он всегда ей помогал с легкостью смываться с любого места преступления. По сюжету Минэне у нас террористка. Она одной из первых начинает активно нападать на других героев аниме, чтобы вывести их из игры на выживание. Я уж никогда не думала, что буду фанатеть от террористки. В ней мне очень понравилась сила духа. Даже в самых трудных ситуациях она никогда не сдавалась. Дебютировала она в аниме как отрицательный персонаж. Но под конец ее ценности и характер настолько изменились, что ее смело можно назвать очень даже хорошей девчонкой. С самого начала я задумывала нарисовать ее уверенной, дерзкой, суровой, может быть, даже слегка злобной. Но в процессе работы я поняла, что она у меня получается женственной и даже нежной. Так что я отказалась от первоначальной задумки и решила изобразить ее в образе невесты. Интересно же посмотреть на то, как бы выглядела бывшая террористка в белом платье, в цветах, после легкого поцелуя в щечку. Хочется верить, что следователь Нишиджима, который в нее влюбился в аниме, по достоинству бы оценил тот образ, что я пыталась ей создать. Рисовала я несколько дней подряд, в самое разное время суток. Так что, увы, не всегда была возможность заснять процесс работы. Хотя все же основные этапы работы над этим рисунком попали в видео. Трудно было рисовать невесту. Последний раз я рисовала нечто подобное, наверное, в детском саду или даже раньше. Так что частенько приходилось вдохновляться различными картинками. Кучу хлопот мне, как всегда, доставил фон. Но, в конце концов, я все-таки нашла то, что мне подошло идеально. Надеюсь, моя Минэне вам понравилась, а видео вдохновило немного порисовать. Так что я мысленно запускаю вас творческим тапком и буду ждать в паблике ваших свежих работ. Всем удачного и творческого дня, и пока-пока!